Живая музыка, проникновенные песни, яркие танцевальные номера. В Карачаевске состоялся концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Прошел он при полном аншлаге. Артисты подарили зрителям незабываемые ощущения и непередаваемые чувства. Впечатлил концерт и Мадину Каракетову. Житель Карачаевска Энвер Джандаров потерял своего 23-летнего сына Мурата в СФО. Память о сыне героя – орден мужества посмертно. Отец героя рассказывает, что его сын не бежал и не скрывался от военкомата, когда пришла повестка. «Я не крыса, чтобы прятаться. Если пришли за мной, я нужен своей родине». С такими словами Мурат отправился в военкомат, а через год погиб. Был представлен главнокомандующим вооруженных сил Владимиром Владимировичем Путиным к высокой награде. До этого в мае месяце был награжден медалью Суворова. Он вынес из поля боя 8 своих ребят. Я с ним горжусь. Погиб достойно. Энвера Джандарова пригласили в состав делегации для сопровождения гостей из пограничного управления ФСБ России и участия в церемонии возложения цветов на городской аллее славы к бюстам героев Великой Отечественной войны. А в актовом зале Дома культуры имени Касьяна Курлиева артистов уже ждал полный зал зрителей. Концерт проводится в рамках информационно-пропагандистской акции «Беречь отчизну, долг и честь», которую проводит пограничная служба ФСБ России на территории Северокавказского федерального округа. Целями акции является поддержка проведения специальной военной операции, пропаганда примеров мужества и героизма сотрудников ведомства, укрепление дружеских связей между пограничниками, руководством субъектов Российской Федерации и местным населением в интересах пограничной деятельности, а также проведение профориентационной работы с молодым поколением. В репертуар Центрального пограничного ансамбля ФСБ России входят наиболее яркие и лучшие вокальные и хореографические произведения не только России, но и всей мировой культуры. Артисты подарили зрителям из Карачаевска свои лучшие номера от песен военных лет до классических произведений. И, конечно же, яркие хореографические постановки. А самое главное – это живой звук. И, возможно, именно поэтому песни и произведения в исполнении этих артистов всегда доходят до самой души зрителя и слушателя. Курман Глимготов, участник СФО, там, на защите интересов России, его сын и племянник. Они в числе первых ушли в зону спецоперации. И сегодня, присутствуя на концерте, он вновь и вновь гордится своей страной. Впечатление патриотизма учат. Наконец, патриотические песни поют они, то, что в ТикТоке. Настоящие, да? Да, настоящие. Я когда маленький был, мама сейчас слушала старые песни. Что она понимает? Вот так думала. Потом сам взрослый теперь понимает, что она старые песни любила. Визит Центрального пограничного ансамбля ФСБ России не ограничится лишь концертной программой. В его рамках состоится встреча с представителями органов власти региона, с ветеранами, будущим России, молодежью, а также будет оказана адресная помощь ветеранам пограничной службы и участникам боевых действий. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.